Добрый день! Вас приветствует канал «Белорусское пчеловодство». И в сегодняшнем видео мы вам расскажем о таком нехитром приспособлении, как кондуктор для сбивания гнездовых рамок. Изготовили мы его собственными руками. Очень быстро и просто сколачиваются рамки. Вот такой вот кондуктор. Делается он произвольно. Берется, ложится рамочка, ну уже, грубо говоря, сбитая, как я его делал. Вот так вот берется сбитая рамка, ложится сюда. Ну и вот такими вот брусочками обкладываются упоры. Вот они, упорчики все, чтобы рамка, вот она плотно лежит, никуда не девается. В связи с тем, что у нас рамочка с гофмановскими разделителями, делаем подкладочку вот сюда 6 миллиметров. Вот она подкладочка 6 миллиметров. И вот сюда тоже вот эти. Вот они подкладочки, две штучки по 6 миллиметров высотой. Это сделано для того, чтобы вот гофмановский разделитель, вот вы видите, покажи, Андрей, вот это вот. Вот оно, вот это для чего сделано. Вот. Вот. И чтобы верхняя планка тоже, вот она, чтобы вот этот вот размер соблюдался, 6 миллиметров. Вот он здесь поднимался, чтобы вот так вот ставилась рамочка. И вот она плотно у нас получается, эта вещь. Размеры брусков абсолютно произвольные. Я брал то, что было у нас в отходах. Вырезал, выпиливал, обтачивал, шлифовал. Обкладывал, то есть, ну, никаких особо размеров по брускам здесь нету. Главное обложить правильно рамку, то есть, чтобы был упор. Вот. Здесь нужно обязательно сделать хороший упор. Для чего? Потому что самый мощный, ну, самый сильный удар идет сюда, когда сбиваем рамку. И чтобы упор, чтобы не сдвигался именно этот брусок, оно видно, что на трех шурупах у меня завинчено. Ну, все остальное, как бы, нагрузки такой большой нету. Ну, если что, здесь, но здесь вполне достаточно вот такого вот бруска с двумя шурупами. Ну, вот такого плана вот получился у нас кондуктор. Значит, Андрей сейчас вам покажет, как сбивает он на нем рамки. Я оговорюсь, когда мы сбиваем рамочки, сначала с одной стороной, с одним плечиком. Потом, когда мы уже перекладываем, мы ставим сюда, вот у нас сделан такой упорчик у нас такой. Он высотой 1 сантиметр. И вот, когда рамку мы сбиваем, вот он, упор этот наш. И уже никуда не девается. То есть упор есть, сбивать можно, то есть никуда не пойдет, не поведет. Значит, мы сбиваем там, к примеру, ну, 30, 40, 50 рамок, чтобы каждый раз не упор этот не двигать руками, не согинаться. То есть, ну, потом дальше видео Андрей покажет вам. Мы сбиваем сначала 50 рамок с одной боковинкой. Потом просто поднимаем эту штучку. Вот так вот сбиваем уже дальше. Ну, уже прибиваем просто вот эту следующую боковинку. Ну, вот таким образом. Чтобы каждый раз не нагинаться, не поднимать, не опускать вот этот упор. Ну, вот сейчас Андрей вам покажет. Это, ну, вот наше видео. Вот наш мастер по сколачиванию рамок. Вот наш кондуктор. Вот смотрим, как это все делается просто. Ставим верхнюю. С упором отдвигаем палочку упор, ставим нижнюю, ставим боковую с гофманом. Все идеально подходит, нам только осталось сбить. Сбиваем мы два гвоздя вверх. И два гвоздика вниз. Кто делает сразу, отдвигает эту заслонку и вставляет рамку. Прибивает вторую боковинку.
Вот, готовая рамка у нас получается. Ну вот смотрите, я оговорюсь, тут Андрей показал готовую вам рамку. Вот смотрите, никакого ни пропеллера, ничего нету, все идеально ровно. То есть прекрасно, с кондуктором получается хорошо. Когда мы сбивали это все на колени, как говорится, ну, бывало частенько, рамки получались пропеллером, потом приходилось их вытягивать, тянуть. То есть когда натягиваем проволоку, это лишняя головная боль, скажем так. Ну вот, вот как мы делаем. Мы сейчас покажем про то, что я говорил. Мы сбиваем там 50 рамок, там, к примеру, допустим. Сразу мы делаем упор, ставим. Кажется, что с кондуктором это все сложнее. Я тоже так думал до того, как сделали его. Оказалось, что еще проще и быстрее сбивать. Ну вот по видео вы можете даже сами для интереса засечь по времени, сколько уходит. Вот мы на одну рамку. Первое изделие делаем, отлаживаем, делаем второе, чтоб нам опять же не поднимать, не опускать нашу планочку, задвижку, упор. Нашу упор наш, да. По высоте каждый делает под свой рост. Кому-то выше надо, кому-то ниже. Упор просто к ноге упираешь. И все. Никаких сложностей. Вот. Ну вот таким образом собираем там несколько, может даже сот рамок, ну сотню рамок собрали. Вот Андрей вчера так сбивал, значит, собрал сотню рамок таким образом, а потом вторую часть прибивает, вот он опускает, поднимает. Убираем упор. Упор, ставим рамки, и нам остается прибить одну боковую. Мне показалось, это так удобнее. Кому понравится и как быстрее будет получаться, тот так пускай и сделает. Но что, по крайней мере, быстрее, намного получается с кондуктором. Ну, даже по сбиванию рамки, даже мы попробуем еще раз. Давай, Андрей, покажем сейчас, как, сколько уходит времени на сбивание одной рамки. Ну, и вот, чтобы засечь время изготовления рамки, мы сейчас вам покажем производство от начала до конца. Вы по времени можете сами посмотреть на YouTube, как это все делается. То есть вот засекаем время. Поехали. Андрей специально быстро это ничего не делает. То есть, ну, в обычном темпе, то, скажем так, рабочем, не спеша. То есть вот так вот приложили рамку, сбили. То есть, ну, никуда не спешим, как говорится. Медленно, аккуратно все-таки делаем рамки не на продажу, а для себя. Ну вот, рамочка наша готова. Ориентировочно на ее изготовление уходит 1 минута 10 секунд приблизительно. Ну, грубо говоря, 1 минута. Если ускориться немножко, это Андрей так вольготно сбивал, что это делал. То есть, ну, я думаю, за минуту рамку... В рабочем режиме я сбивал. Ну, то есть, вот так вот можно как сбивать с помощью... Ну и опять же повторюсь, вот наш еще раз кондуктор. Опять же повторяюсь. Обязательно, если у нас гофмановским разделителем, подложечка сверху,
подложечка снизу. Если у вас прямые рамки без гофмановского разделителя, этими подложками можно вообще не пользоваться. То есть они вам в принципе не нужны. То есть вставляем рамку, она прямо у нас лежит вместе. И верхняя планка, и боковая планка в одной плоскости они лежат. И сбиваем все достаточно просто получается. Ну вот эта вот часть, просто обычный гвоздик, вот он ходит туда-назад. Ну все, я говорю, опять же, все абсолютно произвольно. То есть все брусочки, все подкладочки, все реечки абсолютно произвольные. То есть просто, грубо говоря, как еще раз повторюсь, откладываем вот так вот рамку. Вот наша рамка, и обкладываем брусками рамку. Спасибо вам за внимание. Смотрите наш канал. Будем рады видеть вас у нас в подписчиках. Спасибо, до свидания.